В Ульяновском молодежном театре активно готовятся к последней премьере этого сезона. В арт-пространстве «Новая сцена» идут последние репетиции премьерного спектакля «Над пропастью во ржи» по культовому произведению Джерома Дэвида Селлинджера. Исполнители главных ролей – ведущие молодые актеры театра Виталий Мелицин и Александра Дыдочкина. Следующее событие, которое перекрывает предыдущее, оно двойное. Оно двойное. Первое, что молодежный театр ставит культовый роман Джерома Дэвида Селлинджера «Над пропастью во ржи». Я говорю, у меня уже перехватывает. Я еще не видел ни одной репетиции. Да. Вторая сторона медали, что спектакль этот ставит. Уже, так сказать, не надо мне представлять, Владимир Александрович Золотарь, который для нас просто, откровенно говорю, подарок для молодежного театра. Владимир Золотарь – номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», известный ульяновскому зрителю по спектаклям «Бесприданница» и «Ножницы», поставленных им в Ульяновском драмтеатре. Перебирали с художественным руководством театра разные названия, на количество пьес, а может быть вот это, а может быть вот это. Опять-таки вертелись там вокруг каких-то хороших наших там сегодняшних пьес современных. В конце концов, все-таки взяли там не совсем современный текст, да, он современный, потому что все равно мы пока еще воспринимаем литературу 20 века как литературу современную, особенно там послевоенную, скажем так, литературу 20 века, но все-таки это там не сегодня, не вчера написано. Как сказал Владимир Золотарь, в спектакле сохранена сюжетная линия произведения. Это история о подростке, который больше всего на свете боится стать таким, как все взрослые, приспособиться к окружающей лжи. Внешние дерзкие поступки прикрывают искреннее внутреннее стремление мальчика найти в людях хоть что-то истинное, правдивое. Но при каждом столкновении со стеной непонимания и равнодушия он сам все больше приближается к пропасти ненависти, отчаяния и безумия. Премьерные показы спектакля «Над пропастью во ржи» пройдут 7, 8, 14 и 28 июня. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.